школы моделей очень популярны сейчас становятся в Астане. Почему? Потому что наконец-то начинают понимать, что вот умение подать себя – это, наверное, самое главное. Сказать, что все, кто приходит, всем дорога в модели, конечно, нет, потому что там жесткие правила, там параметры, это хотя бы 1,70 м, это 90-60-90 приближенно. Но если раньше, скажем так, лет 15 назад это думали, что вот только модели должны быть там, то сейчас понимают, что это доступно каждому человеку. Стараюсь. Все сейчас следят в наше время за модой. Мне кажется, каждый третий человек в Казахстане стараюсь следить. Не столь важно, говорю, на данный момент. Так, просматриваю. Стараюсь следить за тенденциями, но в основном ношу то, что мне больше нравится и больше удобно для меня. Сейчас вот в Казахстане многие молодые люди и более взрослые женщины, они предпочитают что-то индивидуальное. Индивидуальный пошив, индивидуальный выбор тканей. Вот поэтому они в основном обращаются в дома моды. Очень часто обращаются иностранцы. Они покупают и заказывают у нас изделия такого или иного момента с национальными мотивами. Прожив какое-то время у нас в Казахстане, они везут своей супруге в подарок комплект с национальными мотивами. Я сама шью. Я училась в Рюке обычно. Шила, ушивала, перешивала платья, костюмы. Последний раз пиджак для работы подгоняла, сшила брюки именно в салоне, в швейном салоне. Скажите, пожалуйста, что люди чаще всего заказывают в швейных салонах? Женщины заказывают платья, казахские национальные изделия, ручную работу какой-то, вышивки, жилеты, допустим, камзолы и так далее. Вот, мужчины зачастую пиджаки, брюки, рубашки иногда бывает. Дома моды действительно сейчас востребованы. И меня что еще радует, что молодежь поворачивается к этой отрасли лицом и работает в этом направлении, открывает свои частные предприятия, создают коллекции, работают над своим профессионализмом. Специальность как дизайнер среди молодых людей, молодых специалистов, она востребована, так как сейчас хендмейд, он развит вообще на высоком уровне, на уровне. Каждая вторая девочка мечтает сделать и сшить что-то своими руками, поэтому люди тянутся к этому, молодежь к этому тянется. Сейчас в моде что? Простота, удобство, минимализм. Одевается, например, семья идет, то есть у жены там платье голубого цвета, у супруга тоже, например, и у ребенка также. Как все нормальные женщины, девушки, девочки, я обязательно слежу за модой, и за казахстанской в том числе. Мне нравится наш прорыв, наши тенденции, наши новшества, которые вводят наши модельеры, дизайнеры. Я очень рада этому, конечно же. Ну, в любом случае, у меня есть свой стиль, который я придерживаюсь.